Всем привет, с вами Реанор, и прекрасно вам настроение. Итак, это серия «На море» очередная. Начнем мы ее с того, что я пожелаю вам прекрасного вам настроения, если еще не пожелал. Вот. А начнем мы с того, что у меня вновь прибывшие, да, и надо их определить. Во-первых, вот этот склад, который вот этот вот, его расформировать. И в ополчениях найти свободные места для этих ребят, если они имеются. А если не имеются, что-нибудь придумать по этому поводу. Да, видимо, придется формировать еще одно ополчение. И какие проблемы? Делаем ополчение номер. Уже у нас получается пятое, да? Все верно посчитал? Да. Пятое ополчение. Формация у него, ну, ополчение, и в ней мы размещаем просто наших троих пока фермеров. Вот. И третьего фермера. Где он? Отлично. Так, фермеры готовы. Но это еще не все. И теперь я хочу создать на основе, ну, во-первых, давайте фермеров, да, и посмотрим, у кого из них сейчас самый лучший навык именно механика. Так, а механика и инжиниринг — это один скилл, интересно, или нет? По-моему, разные. Так. Или просто не все отображается. Что-то как-то мне непонятно. Механика. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я сейчас посчитал, сколько отображается именно навыков, да. И давайте нажмем профессию. Профессию фермера. Так, здесь 1, 2, 3. А почему? Так, давайте фермером назначим механизацию и инжиниринг. Вот. Проверим наших еще раз теперь фермеров. Ага, вот у них появился инжиниринг, механик. 16, 10. 13, 9. 14, 6. Угу. А, меня интересует машининг и инжиниринг. Да. Немножко не те параметры. Так, давайте посмотрим машининг, у кого самый лучший. 14 уже вижу. 9. 12. 8. 10. 4. 10. Так, 14 я видел самый лучший параметр. И, наверное, да, 14. Вот это что, второй бибуглели? Это как это? У меня же есть один уже бибуглели. Или я что-то путаю? Где-то я видел бибуглели. А, это не тот самый наш бибуглели. Он, оказывается, не слаб в машинерии, да? Ну, таким образом мы определились, кто у нас будет механиком, не механиком, а машинистом, да? Вот, и давайте создадим профессию. Жалко, что нельзя вот копировать профессию. То есть мне нужно в новой профессии все позиции сразу прокликивать, протыкивать и проверять, чтобы чем попало народ не занимался. Так. Проще, наверное, так, клоссом он заниматься не будет. Этим он тоже заниматься не будет. Здесь он будет тинкеринг, правильно. Машининг и механик. Отлично. Ранчер. Короче, сейчас я сначала все вообще поснимаю, а потом буду добавлять. Так, это да. Это да, пока у нас нету доктора отдельного.
Так, тоже да, наверное. Еще не знаю, нет, наверное, нет. Да, здесь нет. Инженер. Так, и это у нас профессия называться будет машинист. То есть он будет заниматься машинерией. Так, и Бюбуглери, давай мы тебя назначаем машинистом. Да. Теперь мне нужно посмотреть, что я... Так, вивинг убрал, все правильно. Тинкеринг оставил. Машининг оставил. Инжиниринг. Пускай у нас машинисты занимаются инженерией в том числе, наверное. Но как уже вспомогательные. Даже не знаю. Так. Кто у нас занимается машинерией? Машинерия это вот уже непосредственно вот эти части. А здесь... Да, машиншоп здесь, соответственно, наверное, и машинерия как раз таки это вот этот специалист, который делает запчасти, шестеренки. Так, еще раз смотрим. Кстати, кто у нас по навыку, насколько хорош ли у нас инвентор в машине? 16, ну чуть-чуть его обогнал. Хорошо, хорошо. Пускай занимается только лишь машинерией. Так, где наш машинист? Машинист. Так. Animal husbandry. Есть. Да. Фермеры спокойно расправятся с мясницким делом. Никаких проблем с этим не будет. Артикультур, фарминг. Профессии остались. Медицина. Медицина осталась. Все верно. Caretaking. Construction, howling. Retaking, construction. Да, меня устраивает. Пускай действительно не занимается никакой он машинерией. Осталось только у профессии, да, чтобы завершить ее формирование этой профессии. Это переназначить, чтобы, например, воркшоп у него был первостепенный. Да? Хаулинг выше, чем тинкеринг. Давайте, наверное, с фермером будем сравнивать. Будем сравнивать его с фермером для начала, сформируем его как фермера. А где наш фермер? Ох, неудобно. Так, первое. Госпиталь, фарм, пасту, агрикалчер. Угу. Так, госпиталь действительно самый верх. Фарм. Сюда. Сюда. Сюда, сюда, строить, строить сначала, потом таскать, а механика, механика, одна из наиверхних будет у нас после разве что воркшопа, нет, механика, наверное, вот так вот будет, да, вот таким образом расставим. Что в первую очередь занимается механикой, вот потом уже в мастерскую, ну мало ли вдруг что-нибудь нужно срочно дернуть, рычаг и так далее. Как правило, это будет более важная профессия, потому что воротами ручными мы заниматься не будем, поэтому скорее всего не будем. Поэтому пока меня так устраивает, если что, переосмыслим. Так, давайте у инвентора проверим, кстати говоря, чтобы в первую очередь у него стояла механика, все верно. Вот, потом воркшопы, тинкеринг, да, сначала тинкеринга таскают, пускай другие немножко гномы, да и вообще, наверное, нет, тогда он будет заниматься только тинкерингом и ничем еще, извините. Так, да, наверное, таким образом. Пастбищами пускай тоже занимаются другими, фермами, агрикультурой. Вот таким образом я переназначу нашего механика, что практически на самом деле он будет заниматься инвентором, вернее. То есть если будет свободная лавка, то пускай он занимается именно этим делом.
А все остальное у него будет чуть-чуть по другому параметру. Так, хорошо. У нас есть машинист, теперь нам нужен отличный инженер. Да? Кто у нас будет инженером? Это либо инвентор, 14 инжиниринг, либо... То есть пока на первых порах, конечно, у нас у этого инжиниринг как навык, скорее всего. Давайте посмотрим, насколько хорош он в инженерии. О, инженерия в нем никакая. Так, поэтому давайте возвращаемся обратно. Кого-то из фермеров назначим еще в инженерию, да? Давайте посмотрим. Так, инжиниринг 9, 9, 9, 13, 10, 13, еще один, 13, 16. О, по-моему, у нас появился, ой, зато у них он хороший фермер. Ну, фермерство, с другой стороны, дело наживное. Да, пускай у нас Крис и будет инженером нашим. Давайте мы создадим профессию новую. Назовем ее чисто инженер. Вот. Поехали у инженера, поубираем все лишнее сначала. Так, здесь Medic Retaking, все правильно. Все правильно. Агрокультура. Оставляем. Оставляем. Инженер. Да, думать будем. А механикой будем заниматься и инженерить будем. Так, все остальное нам не интересно. Так, хорошо. У инженера точно так же. Мы сначала делаем воркшоп на самый уровень. Вверх. Госпиталь еще выше. Механика вот таким образом. Хорошо, так. Так, строить. Агрокультура. Farm Groove, пастур. Ну, пускай где-то так в этом месте располагается. В принципе, инженер, профессия готова. И у нас Крис теперь становится инженером. Отлично, отлично. Так, и у фермеров, наконец-таки, мы снимаем эту несвойственную обязанность инжиниринга. То есть, инжиниринг и машининг теперь занимаются только непосредственно фермеры. А наш непосредственно инвентор, да? Инвентор, где он изобретатель наш? Да, пускай пока занимается всем тем же самым. А этим ты тоже занимаешься, потому что мы баланс развесили, как нам удобно. И этим ты тоже занимаешься, когда тебе уж совсем заняться нечем. Вот. Но основная, конечно, основной участок — это вот эти дела. Так, хорошо. Наконец-таки наши... По-хорошему, я, конечно, бы хотел бы парочку ребят из фермеров перевести в вояки. Но пока у меня, я сколько понял, да, нету даже еще нормального количества бронзы. Вот. Это было дело раз. Что бы нужно было бы, наверное, крайне важно... Это, наверное, создать комнаты для послов. Вот. И, наверное, давайте на вот этом уровне начнем создать. Или на этом уровне все-таки создать. Нет. Давайте как положено. Вот этот уровень у нас будет под комнаты для послов. Это уровень минус 3. Да, здесь еще все абсолютно безопасно. Так. Ага, сюда спускаемся и спускаемся здесь впереди. Так, что-то я как-то... Давайте здесь расчистим немножко. Так, значит, 3 на 3, там где спустились.
и вот так вот подготавливаем место, где у нас будут. Угу. Участок, где у нас будет спуск. Теперь мы здесь stairs down пока делаем, опять же делаем их. Вот таким образом. И чего? Теперь моя задача. Ох, я как уже немножко подзабыл-то все, а, ребятки. А я подзабыл-то. Так. Уже как-то сейчас формироваться. Это как-то нужно. А почему? Почему я должен делать все по правилам? Вот так. То есть здесь мы просто подготовили место, да? А здесь мы расчистим нашу зону и поставим на всякий случай факел. Хотя, нет, здесь факел не нужен. Так что обойдется. Хорошо. Так, теперь комнаты для послов. Какие они будут? Ну, по-хорошему, конечно, нужно, чтобы не обижать наших послов, да, чтобы у них было все то же самое. А как и у всех, делать, наверное, такие же печеньки, которые я делал и для обычных наших гномов. Мне кажется, или что-то большое получается чересчур. Да, чересчур большое. Вот так вот делаем одну печеньку. Вторую печеньку. Да, что-то навык уже... Память-то забылась. Так. Еще одну печеньку. В принципе, вот этого, наверное, будет достаточно для начала. Для начала оставим вот 4 комнатки. Это будут комнаты для послов, в которых мы разместим наш... Это будущие комнаты, задел под комнаты для послов. Ну, конечно... Да, конечно. В этой серии сильно активно много ничего не сделали. Но зато нашли немножечко руды, которая нам сейчас крайне необходима. Мне сейчас нужно срочно наладить торговые отношения, да? С... гномами, которые поставляют именно, ну, то есть в большем количестве не стандартные вещи, а руды и тому подобные штуки. То есть поэтому сейчас крайне важно, конечно, чтобы у меня были нормально сформированы комнаты для послов. В них мы поселим наших послов, и они будут в них прекрасно жить. Вот. И чтобы послам было хорошо, мы давайте сразу заменим пол. Пол у нас будет здесь металлический. Да, у нас есть немножко малахита. Не уверен, что много, но какое-то количество имеется. И думаю, что послам такие комнаты, у наших гномов даже таких комнат нет. Будут у них малахитовые комнаты с малахитовыми полами. Думаю, что... Так, давайте-ка пока здесь все-таки cancel. Это боюсь, что малахита может не хватить. Нам нужно сначала просто хотя бы одну комнату подготовить. Ну, завершением подготовки комнаты, может быть, вы увидите уже законченный вариант ее, да? Мы займемся следующей серией. С вами был Реанор. Пока-пока и счастья вашему дому. До следующих серий.